Смотри, Ник, там стоит фургон с мороженым. Купим? А, может, пойдем в другом месте купим? А чем тебе этот фургон не нравится? Ты что, никогда не слышала о городских легендах? Ходят городские легенды про белый фургон. Говорят, что какие-то люди заманивают детей купить мороженое, а пока они отвлечены на него, быстро кидают в фургон и увозят. Ходят слухи, что бедным детям отрезают руки и ноги, тела сжигают, а из мяса делают мороженое. В него подсыпывают какую-то хрень и еще что-то, чтобы не было слышно настоящего вкуса, и продают взрослым. Те же отравляются и умирают. Если бы так было, то их бы уже давно раскрыли и посадили в тюрьму. Я туда не пойду. Ой, да больно надо, купим в другом месте. Ух, ну и туса была, аж ноги дрожат. Ну и что тут делает прекрасная леди так поздно? Да так, на вечеринке была, а вы что тут стоите? Да так, вдруг какой-нибудь сумасшедший захочет купить мороженого ночью. Что ж, похоже, этим сумасшедшим буду я. Пломбир, пожалуйста. А вы случайно не слышали городских легенд про ваш фургон? Неужели мой фургон стал таким популярным? Говорят, что вы типа заманиваете детей и из них делают мороженое. Что за бред? Я работаю тут 10 лет и в жизни такого не было. Ну, я о том же. Ладно, я, пожалуй, пойду. Черт, почему так голова болит? Как же голова раскалывается. Я сейчас точно упаду. Ауч, моя голова. Где я? Не поняла. Где я? Помоги мне. Кто здесь? Ну нахер, мне здесь не нравится. Пора сваливать. Что за... Какого хрена тут происходит? Ой, ну и где я опять? Так, все, мне это не нравится, пора отсюда валить. Что за нафиг? Я не привязана к столу, но при этом не могу двигаться. Или меня просто парализовало. Может, тут кто-то есть? Надо покричать. Подождите. Почему я не могу говорить? Мне что, перерезали связки? Ну все. Я еще и говорить не могу. И что со мной будет? Отрубят руки и ноги, из-за мяса сделают мороженое, а тело сожгут? Не самая лучшая смерть 16. Ника была права. Подождите, я слышу шаги. Да, я так и знала, что меня тут не оставят. Ох, чел, я так рада тебя видеть. Ты? Ах, ты ж мразь. Эй, ты что, совсем больной? Убери это подальше от меня. Я так и знала, что ты ублюдок. Если ты меня убьешь, то я стану призраком и буду преследовать тебя всю жизнь. Слушай, ну мы же с тобой адекватные люди, не трожь меня. Не подходи. Нет. Нет! Да что такое? Почему она не отвечает?
А теперь к новостям недавних дней. 3 дня назад в 3:00 была похищена 16-летняя девушка Эсси Спринглс. Позже нашелся и сам убийца, Алекс Крист. По его словам, он отрубил руки и ноги девушки, а тело сжег. Также на месте убийства были обнаружены тела других маленьких детей. Алексу Крист провозглашена смертная казнь. Ждем ее исполнения.